перше золото цьогорічного чемпіонату Європи зі стрибків у воду виборола Юлія Прокопчук. Перемогла в стрибках з 10-метрової вишки, випередивши володарку срібла з Франції. Зустрічайте нашу гостю. Юлія, доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. Вітаємо вас щиро з перемогою. Расскажите, как проходил чемпионат, какие впечатления? Спасибо большое за поздравления. Чемпионат проходил, конечно, очень напряженно, потому что всегда любой старт проходит как бы тяжеловато для спортсмена, потому что хочется добиться самой высшей ступени, получить победу. Ну, было тяжело, потому что знала, что могу выиграть, могу и проиграть. Я знаю, що ви перемогу здобули буквально у фінальному стрибку, тому що до фінального стрибка ви займали 4-те місце, так? Так, до 4-го прыжка. Як вдалося зібратися, як вдалося це зробити? От що вас спонукало до цього вдалого стрибку останнього? Ну, я завжди как бы борюсь до останнього, навіть якщо я йшла 4-та, я знала, що останній прыжок потрібно робити добре, щоб... хотя бы побороться за призеры. Взагалі, коли ехали на цей чемпионат, вы на яке місце розраховували? От, яку мету собі ставили? Ну, конечно, золото. Я всегда ставлю для себя, ну, как бы, самую высшую, потому что хочется всегда победить, тем более чемпионат Европы, там, где можно бороться за первое место, и как бы очень хотелось выиграть. Буквально за день до вашого золота ви в командних змаганнях з Іллею Квашею здобули бронзову нагороду. Розкажіть про це, розкажіть, як готувалися і як здобули цю медаль. Ну, з Іллею Квашею ми почали перекати в команді недавно, буквально навіть менше, ніж півгода. Ну, чуть-чуть где-то не доработали, где-то что-то не получилось, но у нас еще все впереди, я надеюсь, что на чемпионате мира у нас будет лучше. Так, до речі, які зараз плани? Взагалі встигнули вже трішечки відпочити? І коли вже почнете готуватись до наступних змагань? До яких? Ну, уже вот неделю отдохнули после чемпионата Европы, чтобы забыть уже эти все старты. И вот с этой недели мы уже начали работать... ну, к чемпионату мира. Сколько будет тривати интенсивная подготовка до него? Ну, я думаю, что до начала августа, когда закончится соревнование, вот будет все время напряжение. Скажите, с какого века начали заниматься стрибками у воду и взагалі, как потрапили в цей спорт? Я начала заниматься с 8 лет. Меня привели родители, хотели, чтобы я научилась плавать. Но при этом я попала в секцию прыжков в воду, там, где уже учили прыгать. Ну и очень хотел папа, чтобы я занималась спортом. А помните свой первый стрибок с 10 метров? Да, он был для меня очень сложным, страшно, высоко, но какой-то внутри адреналин, наверное, превышал, скорее всего, и хотелось, чтобы... ну, прыгнуть хотелось, почувствовать этот высоту, это чувство полета. Ну, хотелось очень прыгнуть. Швидкість політу під час стрибку може досягати 50 км за годину. От які відчуття у цей момент і взагалі встигаєте про щось подумати, доки летите у воду? Ну, во время прыжка вряд ли что-то подумать. Просто думаешь сделать начало, а там все остальное ты уже все помнишь. Мастерство как бы не пропьешь. Як психологічно готуєтесь до змагань і взагалі, наскільки важлива от саме психологічна підготовка? Чи буває так, що підводить не фізична, а саме психологічна підготовка під час змагань? Ну, стараюсь сама себе настраювати, тренер в цьому допомагає, як би, підтримка зі сторони, коли тебе, у тебе вірять, в тебе надіються. Більше себе настраюсь, тому що іноді фізично готов, а психологічно ні. И тяжело иногда работать, когда эти два фактора не, ну, несовместимы. Попередні змагання, чемпіонат європейський. Я так розумію, що ви вибрали собі квиток на Олімпіаду у Бразилії, правильно? Да. Вже є плани, цілі, вже є в думках підготовка? Ну, поки що тільки чемпіонат світу, а потім вже буде видно. Ніколи не загадую наперед, тому що ще рік. А є у вас натхненник і хто для вас найкращий у цьому виді спорту? Ну,
себе особо девиз, ну, каких-то кумиров не ставлю, но как бы очень, ну, есть такие некоторые спортсмены, которые мне нравятся, как прыгают, которые красотой своей прыжка завлекают. Тобто немає одного такого фаворита, на якого ви рівняєтесь? Ну, скорее всего, нет, я себе не строю фаворитов, я стараюсь так вот брать везде понемножку, у каждого какой-то опыт. Це дуже небезпечний вид спорту. У вас буває ще страх, чи ви вже давно його перебороли? І коли був з самого початку? От як з ним боротися такі тендітні дівчині, як ви? Ну, конечно, страх всегда бывает перед каждым прыжком. Я, наверное, не знаю такого человека, который не боится. Любой человек боится прыгнуть, и каждый раз, когда мы залазим прыгать с 10 метров, перед каждым прыжком все равно есть страх. Ну, просто есть сила воли, которая перебаривает этот страх. Яку кількість стрибків робите за день під час тренувань? Ну, где-то в среднем мы делаем 50 прыжков. Это на одной тренировке. Скажіть, суто жіноче питання, вибір купальника має якийсь вплив на результат змагань? Можливо, є якісь прикмети, кольори? Да, у меня, наверное, это очень важную роль играть, потому что у меня всегда проблема выбрать купальник на соревнования, в каком комфортно, в котором тебе везет, в который тебя не подведет, потому что иногда бывает купальник, который ты думаешь, так, я не тот купальник одела, все, и начинается проблема в купальнике. Ну, всегда подходим к этому, ну, я подхожу к этому вопросу. А было такое, что был улюбленный, який допомагав здобувати перемоги? Наверное, который вот последний раз на чемпионате Европы, мой фиолетовый, который он и в 2013 году мне помог. Ну, как бы везде он со мной всегда, хоть один раз был наказан, но при этом я все равно его люблю. А за что был наказан? На чемпионате мира в 2013 году в Барселоне я еле попала в полуфинал, в финал, и решила его снять и в финале прыгать другом. Ну, видимо, стоило это сделать, потому что... А на цьогорічний чемпіонат вже новий собі якийсь придбали? Ну, уже подумываю, нет. Ну, думаю, или в том же самом, как бы, прыгать, или будет все видно там, на месте. Как будет тренироваться в нем, как будет, ну, чувствоваться, все зависит от него. Юлія, скажіть, для вас важливіша підтримка сім'ї та близьких чи от вболівальників під час змагань? Ну, в першу чергу, це, звісно, близьких, рідних, ті, які в тебе вірять, тому що це найкраща підтримка. Ті, які дійсно без якоїсь зависті, вони в тебе вірять і порадуються за тебе іскренні. Но также иногда чувствуешь поддержку с другой стороны, как бы когда там, за границей какие-то фаны какие-то пишут, которых ты не знаешь, и ты вот просто думаешь, ну тебя же верят, как бы есть поддержка, и ты себя увереннее чувствуешь тогда. Цікавитесь якимись іншими видами спорту? Ну, вообще люблю, очень люблю любые виды спорта, потому что люблю болеть за наших, смотрю за них, как бы попробовать иногда хочется. Очень люблю все, люблю спорт. А взагалі, а якісь захоплення, крім спорту? Чимось встигаєте ще займатися, захоплюватись? Щось є? Ну, особо такого... Хобби нет, но люблю заниматься тем, чем как бы мне нравится, люблю что-то новое попробовать, ну, вот, научиться водить машину, как бы я не умею, но я стараюсь вот научиться, хотя боялась очень сильно. Ну вот не знаю, как бы объяснить чему-то, но вот что-то нового попробовать. Нові враження, нові відчуття, так? Да. Дякую вам, Юля. Ми бажаємо вам тільки перемог, перемог і ще раз перемог. Дякую, що завітали, дякую за приємну бесіду. А нашим глядачам бажаємо залишатися на центральному. До зустрічі!